предложил бы ввести пост императора, который был бы верховным главнокомандующим, имел бы право помилования, представлял бы правительство в парламент, отрешал бы правительство от власти, если будет в этом нужда. Императора нужно избирать всем народом пожизненно. РПЦшного клоуна Чаплина уволили, но маразма в изречениях официальных представителей московского патриархата не поубавилась. Теперь паству кормить информационными помоями будет сам Кирилл Гундяев. Накануне патриарх московский назвал войну, которую Россия ведет в Сирии, оборонительной. Об этом он сообщил в рождественском интервью главному пропагандисту РФ Дмитрию Киселеву. «Это в буквальном смысле наш сосед», – высказался Кирилл о Сирии, несмотря на то, что расстояние между границами двух государств по прямой составляет около 1000 километров. Вот то, что сегодня происходит, как бы в далекой Сирии, которая на самом деле никакой далекой не является, это наш сосед буквально. Это и есть защита Отечества. Об этом ясно сегодня говорят многие. Война в ближневосточной стране, по словам патриарха, не что иное, как защита Отечества от угрозы победы терроризма. Кирилл также заявил, что это не столько даже война, сколько точечное воздействие. Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока еще просто точечные какие-то воздействия. Но, тем не менее, это участие наших людей в военных действиях. И покуда эта война носит вот этот оборонительный характер, она является справедливой. Наш народ прошел через страшные испытания. Беслан, Волгоград. Невозможно все перечислить, подчеркнул глава РПЦ. А наш самолет, который был сбит над Синаем. Поэтому все, что происходит, это ответные оборонительные действия. Поэтому все то, что происходит, это ответные оборонительные действия. И в этом смысле мы смело говорим о справедливой борьбе. Церковь, закончил Кирилл, оправдывает военные действия, когда они защищают человека, общество, государство. Военные действия оправданы, когда они защищают человека, общество, государство. Напомним, 30 декабря 2015 года Сирийский наблюдательный совет по правам человека сообщил, что за 3 месяца, прошедшие с момента открытого вмешательства Москвы в сирийскую войну, от российских авиаударов по объектам в этой стране погибли по крайней мере 792 гражданских лица, в том числе 116 женщин и 180 детей. Участие в неких действиях, которые могут повлечь за собой смерть, могут быть оправданы. И в данном случае Евангелие четко описывает, в каких случаях это возможно, когда вы за других отдаете свою жизнь.